Свой 50-й день рождения отметила музыкальная школа номер 2 городского округа Люберцы. Сегодня в учреждении дополнительного образования 27 сотрудников, 260 учащихся и 50 лет непрерывной работы. За годы существования менялись только цифры. Одно оставалось неизменным – любовь к музыке. Учреждение появилось в 1967 году и изначально располагалось в Люберецком дворце культуры. Сейчас у школы свой дом на Смирновской 5А, где приспособлены классы для каждого отделения. Свой юбилей в этот день отмечала не только музыкальная школа, но и некоторые педагоги, которые вот уже 50 лет здесь работают. Например, Людмила Ильинична Чичулина. Хочется сказать, что ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Но дело в том, что жизнь есть жизнь. Грустно, приятно смотреть на молодые лица, приятно смотреть на детей, которых я очень люблю. И сейчас приятно мне видеть своих учеников, вот, которые сейчас у нас выросли в наших стенах уже хорошими, хорошими и детьми, и хорошими начинающими музыкантами. Всех гостей в этот день встречали живой музыкой в фойе школы, а праздничный концерт открыл оркестр народных инструментов «Русский лад». Одно из достижений детской музыкальной школы номер 2 в том, что ее выпускники возвращаются сюда уже в качестве преподавателей, как и ее директор Татьяна Матвеева. Она выступила инициатором модернизации здания, привлекая неравнодушных людей к содействию в развитии учреждения. Так, в прошлом году открылся камерный зал, в котором сейчас проходят концерты всех отделений. А к юбилею школы, благодаря депутату Мособлдумы Игорю Каханному и депутату городского округа Люберцы Артему Каханному, отремонтирована лицевая сторона фасада здания. Я надеюсь, что школа, она и была домом музыки, она станет настоящим своим домом музыки в Люберцах. Хочется, чтобы все были рады, все те, кто учится в этой школе, достигали больших успехов, и чтобы, ну, как говорят, красота спасет мир, пусть музыка спасет наш мир. В этот торжественный день не обошлось без награждения педагогов, сотрудников музыкальной школы, благодаря которым ученики неоднократно становятся лауреатами престижных фестивалей и конкурсов. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.